Всем привет! Решила я вам сегодня показать цветочки, которые у меня цветут. А то, что я одна любуюсь ими. Думаю, надо вам тоже показать. Хойка мультифлора цветет у меня постоянно. И цветоносы выпускает новые. Без конца. Вон там цветоносик видно. Ой, лезет. Уже цветает старый цветонос. Другая веточка. Вот тут у меня Хоя Локи есть. Она еще малышка. Пошла в рост. И тоже начала цветонос выпускать. Они малюсенькие пока. На камеру, наверное, не видно даже. Надеюсь, что тоже скоро зацветет. Фиалочки у меня цветут. Скоро уже отцветут, и буду я их пересаживать. Это прекрасная креолка. Такая красоточка она у меня с этим цветением. Пышное такое получилось цветение в этот раз. Красота. Этот сорт постоянно в цвету. Без конца бутоны набирает. Отцветет, опять зацветает. Отцветет, опять зацветает. Вечно цветущий сорт. Красная красотка. Нашла я ее название «Ег дитя солнца». Такой насыщенно красно-бордовый и цветок бархатный. Очень красивый цвет. Вот они сейчас у меня все цветут, и наконец-то я буду пересаживать их. Потому что у меня на стеллаже место немножко освободилось. Я на балкон вынесла цветы. Фиалки после пересадки я в пакеты все ставлю в тепличке. Закрываю их в пакеты большие. Они надуваются с воздухом и становятся огромные. Поэтому места для них надо много, когда они в тепличках стоят. А после пересадки они где-то месяц будут стоять в тепличке. Адаптироваться. Хумака инчис. У этой красотки цветы очень крупные. Это еще не полный распуск. Пока не такой крупный. И у меня она какая-то беловатая сюда получается. Здесь должно быть синего больше. Видите, голубенькая в серединке. Очень мало проскальзывает. Должно быть много голубого оттенка. Там еще второй цветочек есть у нее. Ну, тоже красиво. Там еще бутончик снизу.
РС Дон Жуан. Спорт. Спортанул он у меня. Цветы должны быть темно-бордовые, салатовые каймы. А у меня получились фиолетовые. Тоже красиво. И фиолетовый красивый, я считаю. Тут мраморная роза зацветает. Розовая махровая фиалка. Очень красивый сорт. Литуаника. Только-только начинает цвести. У меня их две розетки. Это вот бериловый иней. Тоже в бутонах уже. Уже набила бутончики. Наверное, не видно будет, они пока маленькие. РМ Надежда отцветает уже. Хотя там еще бутоны гонит. Ле Абигайль. Тоже цветет у меня уже сколько месяцев. Очень долго цветы держатся. У этого сорта. Розетка пестролистная. Листья огромные. Цветы бело-салатовые. Бело-зеленые. Такая красавица. Дамплинг. Скоро уже цветет. Поэтому я вам решила показать. Фиалочки пока не отцвели. Что думаю, я одна на них смотрю. Давайте вместе посмотрим. Зеленая лагуна. Этот сорт тоже постоянно цветет. И цветы стоят очень долго. Он по 3 месяца цветет. Этот сорт. Еще не полный распуск. Только-только начинают распускаться. Там еще голубоватый оттенок. Оттенок такой фиолетовый должен присутствовать. Вот тут немножко видно. Вон там вот. Тут тоже литуаника. Вторая. Еще раз пройдусь.
Покажу вам рассаду помидор. Мы еще не высадили на дачу. Скоро уже высадим. Может быть, через недельку. У нас сейчас похолодание. Ночью до плюс 3. Еще недельку постоят. И мы их высадим в теплицу. Продолжают цвести у меня антуриумы. Я уже на кухню пришла. Антуриум Шерцера, сорт граффити. Белый антуриум. Тоже Шерцера. С февраля месяца они у меня цветут. Мои красавчики радуют меня. Я пришла на балкон. Молочай Эмили у меня цветет. Белый крупноцветковый. Вблизи прям показываю цветы. У нас пасмурно. Темно. Темновато. Холодно на улице. Красавчик. И красный тоже цветет, алый. У него помельче цветочки размером. Белый еще раз покажу. Уж больно он мне нравится. Пока я на балконе нахожусь, покажу вам, как у меня под окном цветет яблонька. Вся в цвету. Что-то плохо фокусирует. Вот погода пасмурная и темновато. Вот
Вот тут вроде более-менее видно. Все, на этом буду прощаться. Всем хорошего настроения. До свидания.